В Петропавловске прошло заседание общественного совета по региональному развитию при областной партии «Аманат». На повестке дня два вопроса. Это стабилизация цен на продукты, которые в этом году подорожали уже в несколько раз, и внедрение таможенной пошлины на вывоз зерна. Каким решением пришли на заседание, расскажет Илья Кудряков. Для сдерживания цен на социально значимые продовольственные товары в этом году финансирование стабилизационного фонда увеличили больше, чем в 1,5 раза, с почти 2 миллиардов тенге до 3,5, что позволило закупить 15 тысяч тонн продукции. Это гречка, рис, подсолнечное масло, мука, макароны, соль и сахар. По словам чиновников, дефицита продуктов питания на сегодняшний день в нашем регионе нет, а цены приемлемые. Их повышение прежде всего связано с логистикой. В текущем месяце у нас СПК законтрактовали 204 тонны сахара с Коксуйского завода по 816 тонн 12 Тарасского завода уже по 450 тенге. Поставка первого года ожидается вот в конце вот июля месяца. Также у нас через ТО «Радугу» тоже закупаем сахар, при этом цена реализации уже 500 тенге. По овощам у нас законтрактованные объемы раннеспелых овощей с южными регионами. Однако вот температура и условия хранения не позволяют закупить большие объемы. Второй вопрос на повестке дня – это внедрение таможенной пошлины на вывоз зерна. К слову, сейчас она отсутствует. По словам экспертов и чиновников, ее введение отрицательно скажется на фермерах нашей страны. Так как экспортеры зерна при сегодняшней цене на пшеницу 150 тысяч тенге вынуждены будут закупать у сельхозтоваропроизводителей за минусом наложенной пошлины. Это приведет к большой конкуренции с российскими сельхозтоваропроизводителями. Кроме того, на сегодняшний день межведомственной комиссией, как вы знаете, по вопросам внешнеторговой политики принято ввести квоты на вывоз пшеницы. На пшеницу это 550 тысяч тонн, на муку это 370 тысяч тонн, которые будут действовать до 30 сентября. Ранее данные квоты были уже введены, вводились до 15 июня. Это 1 миллион тонн пшеницы и 300 тысяч тонн муки. Данная ситуация также негативно повлияет на реализацию выращенной продукции сельхозпроизводителями и ее себестоимость. Соответствующее письмо как предложение направлено в Министерство сельского хозяйства. Как всегда, на бумагах у госслужащих все стабильно, но вот на деле картина совсем другая. Все замечания по их работе чиновники взяли на заметку и будут стараться улучшить экономическую ситуацию. Илья Кудряков, Адиль Нуржанов, служба новостей.